Всем привет, мои дорогие! Я вас очень рада видеть на своем канале Нафиса Уфа. Сегодня у меня на канале будет еще один конкурс, и обязательно эти конкурсы будут дальше, в будущем. И я же не знаю, да, как, будут ли у меня обзоры до Нового года. Я хочу вас все-таки поздравить, хотя еще рано. Сегодня всего лишь 20 декабря 2019 года. Но все-таки, может, с кем-то, да, на YouTube не встретимся, кто-то меня не посмотрит, есть такие, кто-то не участвует в конкурсах. Все-таки я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам здоровья, счастья, любви, самого лучшего, благополучия, быть любимыми и любить. Самого вам наилучшего, мои девочки, мои мальчики, мои дорогие. И как я и обещала, к Новому году я для вас приготовила уже подарки. Сама чуть волнуюсь. И еще одно событие. У меня на канале наконец-то 18 тысяч подписчиков. Уже больше 18 тысяч 44 подписчика. Всем огромное спасибо, что подписываетесь, что меня смотрите, что поддерживаете меня, что пишете комментарии. Всем огромнейшее спасибо. Я вам благодарна. Ну и перед тем, как я вам покажу подарки, я хочу попросить вас внимательно слушать или внимательно посмотреть в описании, это в инфобоксе, условия конкурса. В прошлый конкурс мне было немножко тяжеловато, так как я проверяла все комментарии и предупреждала тех девчонок, ну, обычно участвуют всегда женщины, девушки, да, чтобы открывали подписки, так как у них закрытые подписки. Я не вижу, что я подписана. Вы не понимаете, может, для меня как-то это не важно, чтобы, да, показать, что там вы подписаны на меня или нет. Но это важно для других участников, так как другие участники конкурса должны увидеть, что победитель на меня подписан. В этот раз, к сожалению, девочки, это предновогодние дни, суета, знаете, дела. Я не буду перебирать эти комментарии. Получается, в итоге, если при уже разыгрывании победителя, участник, который там попадается, да, если не будут открыты подписки на меня, я не увижу этого, значит, я буду автоматически выбирать другого победителя. Если второй же также будет закрыт с подписками, значит, третьего пока не появится тот победитель, у которого будут открыты подписки, и действительно видно то, что подписаны на канал Нафиса Уфа. Приветствуется, конечно же, лайк, потому что все-таки это будет для меня очень приятно. Лайки мне очень, конечно же, нравятся. Но самое главное, конечно же, это подписчик из России. Я все буду это перечислять, так как я могу, имею только возможность отправлять их по России. И, конечно же, у меня всегда огромная просьба. Пишите, как вас зовут, город. Просто название города и обязательно слово «участвуй», чтобы я знала, что вы участвуете. Ну и по вашим желаниям, девочки, вы можете и меня поздравить с наступающим Новым годом. Вы также можете поздравить моих подписчиков, тех, кто участвует в конкурсе. Также пожелать им удачи. Тоже это будет, конечно же, здорово. Ну, вот такие вот... Ну, условия такие обычные, никакие ссылки ВКонтакте там не нужны, поэтому самое главное. И обязательно, конечно, в инфобоксе я это еще вам напишу. А давайте теперь-то, конечно же, зачем будем тянуть, разберем подарки. Ну, может для кого-то показаться, что
ну, может, не очень-то там шикарный, да, подарок. Кстати, можете написать также в комментариях, как вам, ну, хороший приз там, не нравится приз. Ну, тоже будет интересно, да. Давайте рассмотрим. Ой, я их положила в файл. Конечно же, я куплю пакетик к Новому году, когда буду отправлять. И первое, это то, что будет у меня из любимого Василька. Очень нравится, с удовольствием я сама пользуюсь этими вещами. И хочу, чтобы мои подписчики тоже пользовались такими необходимыми, хорошими, качественными вещами из любимого Василька. А то, что понадобится всем, девушкам, женщинам, также и мужчинам, бабушкам, детям, это полотенца махровые, Туркменистан, цвет персик, и размер будет 40 на 70. Я раскрывать полотенца не буду. Полотенца эти отличного качества, у меня есть разные размеры. Это такой, знаете, кухонный, можно сказать, ванную комнату, самый такой вариант для рук, для лица. И я не люблю, когда в ванне висит полотенце размером, знаете, я не знаю, 90 на 120, там на 150, чуть ли не по мой рост. Такие полотенца нужны, когда вы принимаете ванну, а когда протирать лицо или руки, конечно, вот самый такой классный размер и приятный такой цвет. Вот такой будет у меня первый подарок. Давайте я отпущу камеру чуток. Мне очень приятно, знаете, дарить вам подарки. Я бы дарила вам всегда, потому что, знаете, есть, что-то присылают на обзор, что-то у меня идет подарком, что-то я себе заказываю там при покупке там двух, каждой выгодной цены. Я бы постоянно делала конкурсы, но есть один, знаете, такой, ну, минус, недостаток, знаете, отправлять по почте, оказывается, по ссылке это очень дорого, потому что я уже имею такой опыт. Следующий подарок, он уже будет такой новогодней тематики, это год как крысы, да, мышки, и, конечно же, вафельное полотенце, красивое вафельное полотенце, вот такой вот темы. Снеговики, мышки. Вот так вот я пройдусь чуть-чуть. Вот, радуются мышки. На кухне это очень здорово. Я люблю пользоваться полотенцами. Вот такое вот полотенце. И следующее тоже вафельное полотенце. Но оно еще лучшего качества, чем с мышками. Очень приятное, мягкое. Тематика тоже Нового года, но это будут вот такие вот прелестные совушки. Сейчас у меня в использовании на кухне вот такого вот плана с набора. Тоже, ну, там разные просто совушки нарисованы. Вот, елочные игрушки. Вот такое вот полотенце. Полотенце очень даже, как вам показать-то, ну, большое. Я думаю, что это размер 50 на 80 где-то. Это третий подарок. Вот. И еще один подарок. Это тоже будет новогодний носок с набора. Я наборы эти заказывала для того, чтобы дарить своим близким. И, конечно же, говорила, что носочки будут тоже участвовать в конкурсе. Я выбрала вот такую вот тематику с такими вот дедушками-морозиками. Морозиками такими мимишными. Вот такие вот носочки из интернет-магазина «Василек». Ну, самый раз, как я люблю такие носочки, не тонкие и не такие вот толстые. Вот такой приятный будет подарок к Новому году. И еще одни носочки. Видите, такая тематика, красный, да, персик такого вот цвета идут, белое. И решила, что вы тоже должны носить такие носочки, протестировать, да, как бы сказать, носочки из интернет-магазина «Любимый Василек». Имеется в виду, вот этот конкурс мне никто не финансирует, я эти вещи отправлю за свой счет. Туркан, это носочки, хлопок 90%, вот такие вот, выбирала я вот по цвету, может, кто любит вот такие вот белые носочки. Хорошие носочки, тоже самый раз, не толстые и не такие тонкие. И следующий уже будет приз.
тоже недавно вам в обзоре показывала. Это сейчас чуть-чуть расскажу свое мнение. Уже тестирую почти один месяц. Это потрясающе. Это волшебный крем, который действительно работает на коже лица, на коже рук. Это крем из интернет-магазина Abyss Organic Vitaprenol, регенерирующий крем, который борется с большинством кожных проблем, как трещины, сухость, шелушение, чувство стянутости, зуд, покраснение, опрелости, аллергии, ссадины, ожоги, солнечные, обморожение, герпес, папилломы, экземы, дерматиты, псориазы. В общем, девочки, огромный-огромный такой спектр действия у этого крема. Вот так этот крем выглядит. Крем новый, не зафольгированный. Срок годности у этого крема 18 месяцев. Срок у него выпуска свежий. Так что мне будет очень приятно, тот, кто получит такой крем. Волшебный, действительно волшебный. Сейчас я вот добиваю крем у меня в использовании, и наконец-то у меня проходит вот это все трещины, не просто сухость, не просто там опрелости какие-то, шелушения, действительно были страшные трещины, которые у меня на протяжении 2 лет продолжаются, вот именно в холодное время, начиная с осени, зимой, холодная весна, пока солнце не начинает греть. Я только успокаиваюсь летом. Этот крем действительно волшебный, и я рада буду, что кто-то тоже будет пользоваться таким данным кремом, который моментально впитывается, который тоже очень любит мое лицо. И имеет еще, знаете, омолаживающий эффект и улучшает цвет лица. Вот такие вот подарки. Пишите, девочки, обязательно, когда будете писать ваше имя, ваш город, слово «участвую», как вам такие подарки. Всем спасибо еще раз. Вот насчет того, что сколько дней будет конкурс, я не скажу, потому что еще 3 дня у меня отпуск заканчивается. График я еще свой не видела, и я не знаю, когда мне на работу. Поэтому точное число я не могу установить, но это будет обязательно где-то числа 25-26, приблизительно. Но те, кто участвует, те, кто подписаны, нажимайте на колокольчик, и обязательно придет оповещение, надеюсь, обязательно придет оповещение о том, что у меня итоги конкурса на канале Нафиса Уфа. Еще раз, на этом, наверное, все. Всем желаю удачи. Обязательно еще в будущем будут у меня на канале, конечно же, конкурсы. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всех еще раз. Но еще мы встретимся. У меня обязательно будут обзоры. Обязательно будет до Нового года фикс прайс. Еще идет у меня заказ «Василек». Хочу сделать очень интересный для вас обзор. Поэтому тоже подписывайтесь. Обязательно следите за этими обзорами. Всех с наступающим еще раз. Самое главное — здоровья, счастья, любви. Будьте любимы, любите. Самого вам наилучшего. Всем добра. Я вас всех люблю и всем пока-пока.